слышу, что Демилов делает. Он хочет... Я сидел в пане, что это? Шо, блин, я тут голый стою, вот голый. Вот, давай. Голый. Давай, снимать буду. Снимать на видео. Я тут голый в лесу. Ты изгоняешься из Вальхаллы, мой друг. Забирай свои шмотки, пошел вон из Вальхаллы. Нахуй! Нахуй из Вальхаллы! В пизду пошел отсюда! Холодно! Ты это будешь, Лохи! Что за пизды? О, модная кипи! Давай! Легенду про Тора и Лохи. Какой? Бог Тор путешествовал по миру вместе с богом огня Локи в упряжке из четырех козлов. То есть у меня было четыре, ну... Ну, в общем, любили разные приключения. Тор был путешествовать. Смотри, и по дороге, значит... Они наткнулись на поселение крестьян, где жил бедный крестьянин Эгер со своей женой Рёвской и сыном Тиальфи и, ну, какой-то там еще сестра, не помню, Рёвская. Ну, в общем, они говорят, ну мы вас примем, но нам нечем вас кормить. Говорит, а иди, не беспокойся, ее хватит на всех. И он взял своих четырех козлов, или двоих, зарезал их, мясо положил вариться в большой котел. Говорит, а кости, говорит, вы можете съесть сколько угодно мяса, но смотрите, не трогайте костей, иначе я вас жестоко накажу. Говорит, ну, боги скоро наелись, а... Кварный Локи шепнул на ухо Тиальфа, а ведь косточки вкуснее всего. И они пошли спать. Ну, тот расщепил одну из костей, чтобы полакомиться костным мозгом. Ну, утром боги встали, он положил эти кости в шкуры таких козлов, дотронулся до них молотом Мёллером. Козлы воскресли, как ни в чем не бывало, только один из них прихрамывал на левую ногу. Вот. Тор уже разгневался, что крестьяне ослушались, хотел уже убить слушника, но те взмолились, говорит, возьми его в услужение. Говорит, ладно, я возьму тебя в услужение, будешь мне служить. И они пошли путешествовать дальше и пришли в одну страну, на восток, где жили великие волшебники. Да, которые, говорит, и был там один из них. Ихним вождем там, ну, говорит, у нас находиться в замке могут только те, кто достиг каких-то высот либо в искусстве, либо чем-то еще. Чем можете похвалиться вы? Локи сказал, я ем быстрее всех. Вот искусство так искусство, ну, сейчас мы это проверим. Ну, позвал своего человека, которого звали Логи. Напротив них поставили, между ними поставили корыто с мясом. И они по команде начали есть. Да, Локи. И уже через короткое время они встретились на середине. Да, Локи, конечно. Но в то время как Локи съел только мясо, Логи съел и кости, и мясо, и пол корыта в придачу. Да, говорит, плохо у вас едят в Вальхалле. Ну, а чем можешь похвалиться этот молодой человек, который, кажется, зовут Тиальфи? Я, говорит, бегаю лучше всех среди меня. Да? Мы проверим и это. И стоили состязания со своим одним человеком, которого зовут Гуги. И, значит, побежали. Ну, к финишу уже... Но на какую-то долю секунд все-таки Гуги вырвался вперед и выиграл. И тогда говорит, а с чем можешь ты похвалиться, Тор? Ну, говорят, что я пью
Боже, лучше всех. Больше всех. Ну, это искусство, так искусство. Это действительно стоит. Ну что ж, тогда осуши этот рог. Этот рог самые только сильные осушают за один раз. Но более слабые осушают за два раза. Но ты, надеюсь, осушишь его. Ну, принесли ему рог. Ему показался этот рог. Хоть и большим, но не критически большим. И он начал тянуть. Потом сделал передышку, видел, что воды там и не, чуть-чуть не совсем и убавилось. Ну что-то плохо ты пьешь, плохо. Ну давай второй раз, не опозорься уже. Ну начал еще раз пить. Потом смотрит, нет, говорит, что-то ты, что ты еще умеешь? Я бы, говорит, показал вам свою силу. Ну, люди моей стороны показывают силу, поднимая мою кошку. Ну, это юноши. Но так, после того, как ты так плохо пил, то, говорится, забава как раз, ну, вошла в кошка, он ее схватил и начал, и только одна лапа оторвалась. Да, ну все начали смеяться. То, говорит, ну понятно, говорит. Кошка большая, а Тор маленький. Может, я и маленький, но я готов побороться с любым из вас. Ну, прежде чем бороться с нами, испытай свою силу на моей кормилице Элли. Элли. В зал вошла старая, смоченная старуха, вроде Наиры. Армянский. Ну, Тор с ней схватился, значит, и не мог, никак не мог ее сдвинуть с места. В то время она его так обняла, что у него все кости захрещали. И сделала подсечку и положила Тора на одно колено. Говорит, ну, после всего этого, говорит, вы тут, говорится, вам тут не место в моем замке. Но я очень гостеприимный правитель, поэтому давайте обедать. Обедов, мне, говорится, вышли. И этот хозяин говорит, знаешь, Тор, я скажу, ты с самого начала был мной обманут. Говорится, Локи действительно ест очень быстро. Но тот, с кем он соревновался, это сам огонь. А огонь пожирает все. Быстрее и больше. Альфи действительно хороший бегун, но он соревновался с мыслью, а мысль быстрее любого. Ты когда пил из рога воду, рог был соединен с мировым морем, но оно так обмелело, что кошку, которую ты поднимал, это змея Мидгард. И ты ее поднял, но она касалась только кончиком морды и хвоста земли. А старуха, с кем ты боролся, это сама старость. Это сама старость. Но даже она смогла поставить тебя только на одно колено. И поэтому больше никогда не хочу тебя здесь видеть. И все, исчез замок. И вот так. Круто.